приветствую! С вами Елена Литвиненко, актриса с опытом работы на радио и телевидении, ведущая обучающего интернет-проекта «Ветер перемен», в котором я делюсь секретами мастерства общения, публичных выступлений и харизмы голоса. Совсем скоро я начинаю онлайн-обучение. Онлайн-обучение, которое сделает ваш голос гораздо более харизматичным, чем он есть сейчас. Курс, который называется «Говорим свободно и спокойно». Этот курс уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. И тому есть большое количество позитивных откликов и кейсов. Во время этого курса за 6 недель я обещаю вам, что вы получите большой багаж техник, упражнений, приемов для того, чтобы овладеть как харизматичным звучанием, так и вполне уверенной, четкой, харизматичной речью. Я приглашаю вас на курс. И я думаю, что он будет обязательно полезен тем людям, которые являются спикерами. А сейчас спикеров у нас много не только в реале, но и в интернет. Любой ведущий проекта, так как я, тренер, коуч, инфобизнесмен, он сталкивается с тем, что нужно выступать, нужно записывать видео, и для этого нужно обладать определенными характеристиками своего голоса и речи. Я бы хотела вас побудить к тому, чтобы вы оценили свои способности, возможности, текущую ситуацию и приняли правильное решение. Нужен ли вам этот курс шестинедельный? А пройдет он у нас, как говорится, в конце семестра. Он начнется 23 мая и закончится в конце июня. Это как раз еще то время, когда мы не совсем расслабились к отпуску, когда у нас еще есть силы и 12 занятий полноценных, как говорится, как пара в университете, да, час 20, час 30, обеспечат вам полноценное проникновение в тему. Более того, за это время вы уже успеете получить первые результаты, которыми сможете порадоваться не только сами, но и очень порадовать меня. Потому что для меня очень важно видеть то, как вы продвигаетесь, прогрессируете, то, как вы становитесь успешнее, интереснее и харизматичнее. Итак, курс «Говорим свободно и спокойно», двери открыты, я жду вас.